Приветствую всех любителей леса. Сегодня среда, 18 сентября. Погода благоприятствует. Сильнейшие были с утра туманы. И у нас первые находки. Вам. Красавчик, какая каемочка. Ой. Так. Ой. Не таких корней, друзья. Закрыли грибницу. Идеальный. Ух ты, красавчик! Есть на свете грибок алый, алый. Чудо! Чудо! Красотища в лесу. А под березой... Что это? Неужели это... Березовый белый. Ой. Ой. Чудо. Чистейший. Розовеет. Подосиновик, что ли? Поворачиваюсь я, положив грибок, а тут волшебство. Настоящее лесное. Волшебство. Ой. Ой. Ой, какое. Ой. Закрываем грибницу для любителей срезания. Корней у грибов нет. Грибница залегает глубоко. А рядом чудо природы. Ой, 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 как же он прекрасен. Фантастика. Ой, какой чудесный. Я около Нахимовского озера, а здесь, оказывается, чудеса. Если лес волшебный, то он не перестает вас удивлять. Ах, какие близнецы! Жара, нет дождей, беломошник. Хоть и радует буровыми, но больше червивыми. А вот зеленый мох. О, какая красотища! Чудо! Симпатяга. Свеженький. Запекшийся красавчик. О, как. Ух. Приятные новости. Пошли чистейшие грибы. Видите? Винная точка вдалеке. Мы идем туда. Самые сказочные небывалые, самый прекрасный на свете гриб мой.
Вот какой он. Вот какой он. О! Красавчик. Вот сладкая парочка. Диво дивная. Вот так. И такой. О! И такая еще красота. Ох, так это ложный. Ха-ха-ха-ха. Вот видите, розовый гименофор. Это типичный горчак. Группа свинушек с бархатными ножками. А это паутинник фиолетовый. Очень редкий вид. Занесен в Красную книгу. Но иногда можно встретить в Ленинградской области в Выборгском районе. Грибы на любой вкус. И вот такие карандаши. Ах, подберезовик. Кто-то не собирает подберезовики. А ведь жареные. Вот такие красавцы. Они самые вкусные, а? И еще одна новость. В лесу стали появляться осенние опята. На сегодня все. Всего доброго.